Всем привет, ребят. Ну что, вот она обнова уже на русском сервере. Я не снимал вам, в принципе, видос. Я вчера вам заснял по поводу обновы, что и как. Можете посмотреть. И до этого снимал на китайке. Сегодня интересно есть на русском сервере. Ну, никакие акции, если сравнивать с другими серверами. Но опять же, попробуем сейчас достать нового героя. Будем ролить, потом я вам покажу уже обзорчик, если достану нового питомца и новые плюшки. Так, ну сюда ничего не добавили, короче, вот такие вот дела. Вот такой вот хрустальный у нас открыли на русском сервере. У нас, у вас, я тут практически не играю. Дают талант сразу же за большой пак. Ну, в общем, как-то так, то есть до сюда мы дойдем. Шанс охника собрать. Ну, такое себе. Если сравнивать с другими, это ни о чем. Окей, поехали. Будем пробовать выбить землеройку новую. Тут у меня хватает всего. Вот так вот землеройка. Сейчас мы попробуем ее достать. Поехали. 2 миллиона самоцветов у нас. Посмотрим. Я думаю, 1400 однозначно у нас сейчас уйдет на это дело. Ну, леги падают. Пока не очень такие себе, не особо имбовые, но одержимый душек, трифит. И я. Ну так вроде дроп как бы есть, но смотрите, 14 или 15 к с такого имбового, только, ну, не имбового, скажем так, последнего только трифит. Как обычно, русский сервер ничем не удивляет. На английском сервере еще обновы нет. Дед Мороз бульдозер. 25к, ребятушки. 25к, и вот... вот так вот. Это просто жесть, ребят. Это просто изи. 25 или 26к, там 25,5. Новый герой на базе. Это батька ролит. Не было у нас имба героя, но мы просто так чисто там подчитерили и достали его. Давайте теперь еще продолжим, потому что там мне около 40к надо будет. Вот это, ребятушки, это мега удача называется. Герой действительно обалденный для по локации. Так, у нас сегодня битва гильдий. О, точно. Я уже и забыл, что сегодня четверг, сегодня же еще битва гильдий. Паралон. Сердцеедка. Бог грома друид. Ну, видите, такое себе. Я бы не сказал, что там особо падает. Топово. Все, дальше. Самое главное, мы вытащили имбу. Новую имбу. За 25к. Это просто, конечно, жестко. Такс. Идут по битве гелий. Надо будет заняться дефом. Так. А, у меня герой на архидемона стоит. Красава я. Так, поехали. Это, ребятушки, просто изи. Как-то очень-очень легко он достался. А герой действительно очень интересный. Так, ставим его на таблеточку. Давайте попробуем. Может, еще повезет талантик.
вытащить на него. Какой-то интересный. Так, замедление это нам не надо. Ожива. Вот с ожива я хочу его затестить, попробовать. Ну, видите, по талантам, конечно, тут печаль. Ну, поддержка упала даже. Неплохо. Так, сделаем вот так. Вот так. Ну, 9-9 у нас будет два раза ошибляться. Такс. Что по книгам у нас? По прокачке у нас нехти, конечно, будет. Ну, думаю, в принципе, нам хватит, чтобы прокачать его. Смотрим. Самое главное, чтобы запашек хватило. А, у нас тут хватает. Хватает ресурсов. Я так буду его прокачивать. Делаем фаст прокачечку. Эво, аугментация, все дела. Правда, по чарам не знаю, придется потом позаморачиваться по созвездиям. О, ничего себе, смотрите, как выпал сразу же на атаку. Прикольно. Ладно, пусть пока будет, потом вечером я его переролю. Так, 10-10. В принципе, нам и хватит, должно и хватить на вторую эволюцию книг. Маны и всего остального, к сожалению, нет. Как на английском сервере. Это, в принципе, это не проблема. Но зачем? Все равно самый здесь, по сути, не на что девать уже. Тут и так прокачки. Все сделаны. Самоцветные. Вот и все, максимальный. Теперь осталось судьбу еще докачать нам. И постом останется только просветик. Пишите в комментах, хотите ли вы с оживой видеть его, как он будет себя. В принципе, с оживой он будет хорош на по локациях. Ожива плюс ремка. Думаю, он неплохо себя должен показать. Сделаю вам обзорчик, если надо. Я вам уже показал с ПДшкой, показал с пактом. Надо еще СО сделать будет. Ну, ожива, в принципе, тоже как вариант. Все, остался только просвет на прокачку. Надо будет ману пофармить.
для эмблемки ему. Вот так вот, ребятушки. Как обычно, лайк, репост, подписочка, кто не подписан. Ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.